Еще утром люди жаловались на горы мусора, которые выросли во дворе дома номер 8 на втором бульварном проезде. Он накапливался несколько дней, а запах распространялся по всему двору. Мусор убрали лишь после поста местных жителей в социальных сетях. Таких, кстати, здесь десятки. Адреса в разных районах города. Просьба о помощи поступает с улиц Черновицкой, Зубковой, Тимакова, Пугачева, Есенина и многих других. Везде одна и та же картина. Проблемы с мусором связывают с новой реформой. С 1 ноября в городе и области приступил к работе единый региональный оператор по вывозу бытовых отходов. И дворы сразу же утонули в мусоре. Представители Экопроонска людям отвечают, что все обращения заносятся в первоочередной список на ближайший день. По словам представителей, ведутся корректировки графиков вывоза твердых коммунальных отходов, направлена дополнительная техника для ликвидации скопившегося мусора. В ответ это вызывает волну возмущения, ведь далеко не все пишут о своих проблемах в социальных сетях. Вместе с новым оператором появился и новый тариф. Теперь за вывоз мусора мы платим 95 рублей с человека. Это указано отдельной строкой в оплате коммунальных услуг. Напомним, что раньше в Рязанской области мусор вывозили из 800 населенных пунктов. С 1 ноября к ним добавилось еще 1900 деревень и сел, включая самые отдаленные участки области. Однако в самом городе наладить работу Экопроонску пока не удалось. Галина Кудряшова, Михаил Костенко, телекомпания «Город».